Играем. Ты знаешь спросить? Какого хрена здесь один XBET да еще сделает? Нет, ты сейчас увидишь, как это загадочно, бабуся пьет. Да. Сейчас ваш покорный слуга прострелит ее. Ни хрена, по системе Мартингейла играет. Давай, на бурчу. Да! Офицер паники надо было. Да, 12 тысяч. Нормально. Колесо фортуны? Погнали. Итак, что же у нас майк выбит? Неплохо, 25 тысяч. Ты кто, вип-член? Член, да. Вип-член? Здравствуйте, девушка. Знакомлюсь с девушками, все нормально. Они в своем телефоне залипают. О! Там одна толстушка, если нам не нравится, я бы подкатил яйца. Я знаю какая, вот эта вот, видимо, у которой сейчас стою. Да, там стою. С телефоном стоит, болтает, да, тут? Да, вот она. И лицо такое красивое лицо, просто обалденно. Черт. Вот, посмотрите, какая красивая женщина. Подождите, ребята, где вы? Я к вам, я у вас в сессии. Это любимая девушка Сережи, понимаете? Да. Ну, погнали. Давай. Ну, ты знаешь спросить? Какого хрена здесь один XBET да еще сделает сверху? Да. Мы играем. Играем. Ча-ча-ча. Он бабки у меня хочет забрать. Козель. Да нет, он тебе, знаешь, дает это кулачком. Кулачок об кулачок стучит. Подождите, сейчас крупный игрок вам придет. Че вы начинаете? Тут реклама, один XBET, короче. Да, я тоже XBET вижу. Срака, давай машину выиграем. Машину. 5000. Кира, так аккуратно. Подождите, баланс попробуем сейчас. Нормально. Вы что, на конников ставите? Да. Ну и как, стоит? Да. Это значит, что монашка выиграет. Уже интересно. Заряд бодрости, коэффициент 12 к 1, 4 номер. Молодец. Выйди. Ну, приставай ко мне, видишь, я тут выигрываю. Большую ставку ты чё? Хорош. Да, помимо, я... Строгая монашка, я ставлю. Кого-то мне напоминает. А, я понял, кому твой персонаж мне напоминает. А, была такая тетенька в украинском правительстве. О, у меня такая мадам слева сидит замечательно. И пивко попивает. Ууу, она только что пиво себе в нос залила. Подожди, я сейчас выиграю. Она опять в нос попила. Минута 20 остается. Что? Смотрите на это шоу. Тут это здесь слева сидит бабуля, она через нос пиво хлещет. Да, это пьяница. Алкоголь. Так через нос. Я вот не знаю, мне смотреть, как бабка через нос себе пиво залила. О, опять залила. Ага, Леона Туль через нос. Ну, 30 секунд до старта, ребята, сейчас будем готовиться. Готовиться будем. Западня, 1-1. Опять, вот и смотри. О. Майк поставил. Мечты 1-1 коэффициент, западня 1-1 коэффициент, строгая монашка, 9-1 коэффициент. У меня третий номер. Ну, наверное, второй выиграет, скорее всего. Нет, третий выиграет. Третий черный, он черный, видите, это черная лошадь. Сейчас какая-нибудь левая вообще выиграет. Черная лошадь, давайте. Да, моя выдохлась, падла. Соберитесь сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, третий номер, давай, пожалуйста, еще пожалуйста. Середина трассы и... да, ребята, все пидоры. Это жестко. Второй номер куда-то вырвался. Да как куда-то она убежала, я даже не видно. Куда-то вырвался. Так что такое, кто бухает? Да нет, такое не может быть. Третий давай. Второй вырвется, смотри. Третий, я тебя прошу. Третий, ну пожалуйста. Третий. Второй, походу, все, да, однозначно. Да. Диночка, это ты выиграла, да? Да.
Самое прикольное, что когда она разговаривает, у нее персонаж в игре говорит. Это как так вообще? Так, не знаю. Опять через нос, наркоманка! Походу я сейчас чихну. Да, уже. Да, давай, будь. Кудинова, давайте мы на это понаблюдаем. Вот такой вид добрый, знаешь, у нее. Она же. Давай через нос. Давай. Ого, пачка! Сережа, ты пропускаешь еще многое. Подойди сюда. Я делаю наставку большую, подождите. Ты когда сделаешь, подойди сюда. Соня кобыла. Да! Я опять выиграла! Да! Хорош, поздравляю. Ты уйдет ли нашу майку сегодня, вот в чем вопрос. Привет. Да ладно. Да ладно. Да ладно! Что? Давай подножми! Собака, блин! Просрал. Ништяк, молодец. А моя первая вообще отстала в самый конец. Опа, рванул. Нихрена рванул. Понял, ты куда ставишь? Нет, только не третий снова, блин, сука, откуда? 2 минуты до большой. Зараза. Ты поставил на большую. А мне не везет. Хорош, Сережа. У меня черный петух выиграл. С коэффициентом 18 к 1. Молодец. Давай, 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 давай. Нет, давай. 8. Давай, давай, падла, стой. Рвани, падла, рвани. Да. Хорош, победил. Она опять в нос заливает. Не, на этот раз кота в щелюсть. Майк, я нервничаю. Майк, успокойся, все будет нормально, все под контролем. Пятый номер сейчас выйдет. Хотя... Пятый? Ну да, возможно. Второй. Пятый, 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 братишка, подожди. А тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Даже не хочу смотреть на это, закрою глаза. Похоже, бабуля тоже выиграла. Ваша лошадь пришла пятой. У меня второй. Молодец. Нормально. Иди сюда. Посмотри на эту бабку. Посмотри, смотри. Смотри внимательно. Когда она начнет заливать пиво. Не, смотри, когда она пиво начнет заливать. Смотри, что сейчас будет, смотри. Когда она начнет выпивать, это будет самый прикол вообще, смотри. Походу, она миллион выиграла, слышь, поэтому она такая загадочная. Не-не, ты сейчас увидишь, как эта загадочная бабуся пьет. Да. Майк, подожди, давайте ставим на большую ставку у входа до автоматов. Или... Ну да. Нужно было бы сразу пойти в китал. Спасибо. Чай, дайте чай. Погнали. 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 Увлекайся там по 2500 часов. Погнали. Сколько баланс? Рики. Погнали. Хороший автомат, кстати. Три банана давай. А как тут выигрывать? Не прёт, я. Кудинова. О! 37 тысяч выигрыш! Чё? Хорош. Три арбуза выпало. Вот мне арбузы выпали, только у меня там 100 свыше. Или 300, сколько? Полмиллиона у меня сейчас. Да. 5 тысяч. Какой страшный автомат. Я на веки, на первый может. Все секреты рассказывают. Автомат. Автомат. О, слышно, слышно, слышно. Да. Слышно, слышно, Сережа, слышно.